Доброго времени суток, друзья мои. Садитесь поудобнее, приготовьте что-нибудь вкусненькое и приятного вам просмотра. Знаешь, довольно-таки часто спрашивают: Влад, вот у меня 500 монет, а что мне купить? Какое фиолетовое вооружение мне первое взять? Что вообще первое мне прикупить, чтобы выйти в бой и нагибать? И вот знаете, я вот сейчас вот сидел и думал, а действительно, а что мне сказать человеку на этот вопрос? Вот что мне сказать такого ему, чтобы вот он купил, точнее, какое оружие посоветовать, чтобы он его купил и вот сразу пошел нагибать, и я пришел к простому выводу. Ничего. Не надо ничего фиолетового покупать, друзья мои. Для начала соберите себе нормальный базовый крафт, а потом уже задумайтесь о фиолке. И вот, значит, решил я для себя поставить такую вот планку 500-600 монет. Такая вот расплывчатая планка, потому что все-таки рынок ходит у нас туда-сюда, и 500-600 монет, сегодня это 500, завтра это 600. Так вот, на эту сумму собрать крафт, который будет показывать себя эффективно в бою, который сможет быть полезен для команды, а не быть просто ведром из болтов и гаек. Так что садитесь поудобнее, приготовьте что-нибудь вкусненькое и приятного вам просмотра. Друзья мои, давайте же начнем с самой базы, а именно с рамы. Ну, ведь согласитесь, на чем наш крафт будет ездить, это тоже очень важно. Знаете, рама такая вот U-образная позволит нам разместить в ее центре генераторы, бочки, радиаторы, то есть все-все-все. А ты порой в бою увидишь просто что-то странное. Едет крафт, а у него сзади бочка. Или сбоку, или сверху, или спереди. Ты только вопросом задаешься, друг, зачем? Она же взорвется. По ней же будут специально стрелять. А расположение вот так вот рамы, точнее, такой вот U-образной рамы позволит нам это сэкономить. Но! Небольшой финт ушами. Тут мы поставим еще небольшую такую вот кромочку, небольшую раму. Она нам нужна для того, чтобы кабина соединяла переднюю и заднюю часть. Зачем это? Увидим чуть дальше. Ну, а, собственно, также нам понадобится правильная ходовая. При этом это колеса большие и колеса обычные, ну, двойные. Почему именно двойные большие? Смотрите, ребятушки. Двойное колесо сзади позволяет нам чуть приподнять крафт. Это нам будет очень важно в оружии. Я потом покажу почему. А также двойное колесо имеет грузоподъемность 1020, что позволит нам, используя тяжелые детали мусорщиков, а это то, что я вам рекомендую в самом начале качать, собрать довольно-таки неплохой крафт. Почему именно мусорщиков? Ребята, ну смотрите, из бешеных быстрый, точнее из бешеных крепкий крафт собрать не получится. А у скитальцев детали очень хорошие в плане масса, прочность, но у них они именно сами по себе не очень визуально. То есть там придется чуть ли не до конца докачивать, чтобы собирать нормальные крафты. Мусорщики в этом плане самая простая фракция. Крафты собираются самые легкие, самые комфортные, правда, и очень тяжелые. Из-за этого используется большое колесо и двойное колесо. Двойного колеса, кстати, грузоподъемность 630, как видите, у СТ-шного, а у большого колеса 1020. То есть это колеса с самой большой по качеству грузоподъемности. Также, вот видите, мы по центру размещаем наши бочки и генераторы. И видите, вроде бы они есть, да, но они спрятаны. И удар по ним наноситься будут в самом конце, когда нам уже, в общем-то, кранты и по барабану. Поэтому зачастую там они взрываться не будут. Нет, конечно, если нас накроют артой, но, извините меня, если нас накроют артой, то тут и тяжелый крафт как бы офигеет от происходящего. Правда, единственное, что сразу говорю, ребята, установка генератора опасного, это нам, кстати, даст единицу дополнительной энергии, то есть наружу мы потратим 12 энергии, у нас еще единица останется. Так вот, если вы захотите сэкономить, то вы сможете сэкономить где-то 1000 ОМ, использовав, во-первых, убрав отсюда топливные бочки, а во-вторых, радиатор, точнее не радиатор, извините, а радар. Но радар я вам потом покажу его пользу, и вы сами узнаете. А топливные бочки, ну это все-таки дополнительный доход, ребята. Правда, я, если честно, не сторонник. Я сторонник, чтобы... Знаете, крафт был максимально специализирован, и вот эти вот мне вот эти сообщения, типа ставь топливную бочку, ставь радар, это, конечно, все хорошо, но это лишние 1000 УМ. А вот если вам попадется крафт, который будет специализирован на бой, то он вас легко и непринужденно выиграет. Вот такая вот грустная ситуация. Ну так вот, продолжим. Далее используем кабину зубодробителя. И вот здесь вот, друзья мои, небольшая вставка, почему именно зубодробитель. Вообще зубодробитель обладает самыми качественными показателями грузоподъемность, скорость, энергия и размеры. Из-за этого зубодробитель сейчас является основной игровой кабиной. Большинство игроков выбирает ее именно из-за того, что она сочетает в себе все лучшее. Конечно, камазовская кабина чуть более грузоподъемная, но зато зубодробитель намного меньше. Пожалуй, вернемся к сборочке. И вот тут смотрите, видите, какое крепление идет? Крепление идет и к задней раме, и к передней. То есть, видите, вот у нас задняя и передняя. Вы, конечно, скажете, что есть боковые вот эти вот рамы. Ну, само собой, они есть. Но если я их отстрелят в бою, а такое вполне может быть, то у нас будет держаться все на вот этой вот маленькой, но очень нужной и очень гордой раме. Далее нам понадобится, собственно говоря, сзади радар-детектор.
И, знаете, у радар-детектора есть одна очень приятная особенность. Он вам показывает цели даже сквозь текстуры. То есть не текстуры, извините, а сквозь стены. То есть вот там перед вами 2-3 здания, 8 деревьев, 10 вагонов, а вы все равно за счет радар-детектора видите противника. Ну, правда, как отметку на карте. Если вы не будете смотреть на карту, он вам не поможет. Но вот если вы будете пользоваться картой, то радар-детектор вам будет просто идеален. Ведь согласитесь, знать, сколько на вас движется противник, знать, с какой стороны вообще движется противник, это офигенно. А вы с помощью этого радар-детектора будете не только знать, но и говорить об этом всей вашей команде, поскольку радар-детектор — это не просто радар, но это еще и рация, вследствие чего вы как бы и собираете информацию, и распределяете ее по команде, и как бы вы становитесь такого рода КШМом, ну, команда штабной машины. А КШМ-ка, ребята, в бою, это очень круто и очень важно. Далее, нам понадобятся три пушки, три синтеза. Еще одно такое маленькое отступление, почему же я именно выбрал синтезы. Друзья мои, синтезы, в отличие от большинства другого оружия, не требуют никакого дополнительного оборудования. К примеру, пулеметы требуют радиаторы, пушки требуют боеукладку, дробовики требуют охлаждения. В случае же с синтезами требуется просто их установить и играть. Поэтому самый лучший выхлоп по ДПСу, цене и модулям получается именно что на синтезе. И вот тут вот как раз таки наступает главная роль большого колеса. Потому что если убрать большое колесо, у синтезов уровень склонения становится нулевой, если даже не плюсовой. А как вы понимаете, в бою плюсовое склонение, это когда пушка вообще не опускается, воевать невозможно. А вот в данной ситуации мы чуть-чуть вот так вот опустили крат, и видите, пушка уже имеет минус 1, минус 2 градуса. Но в бою минус 1, минус 2 градуса — это уже хоть что-то. Это уже на кочке нам позволит не офигевать от того, почему у нас ствол зигу кидает, а стреляешь по противнику. Далее нам понадобится дополнительная броня. И броня мы будем использовать именно полустенки непосредственно мусорчика. Почему они? Ну, мы же их качали. Используем с полустеночки, используем двери контейнеров. И вот тут вот мы ставим такой интересный финт ушами. Смотрите, спереди у нас стоит дверь контейнера, а за ней стоит отвал паровозный. Притом отвал паровозный крепится прямо на зубодробитель и принимает на себя весь ходящий урон. Почему вот такой вот небольшой буфер? Почему мы не поменяли их местами? Почему не поставили паровозный отвал вниз? Смотрите, противник обычно, когда вас стреляет, он стреляет по центру вашего крафта. Ну, то есть он выбирает не нижнюю, не верхнюю часть, а его центральную. Зачастую центрально-верхнюю. Так вот, установив вот сюда вот отвал паровозный, мы как бы защищаем эту центрально-верхнюю часть. Но, само собой, мансовать, чтобы вам не отстрелили оружие, вам все равно придется. Под словом манс я имею в виду находиться постоянно в движении. Вот смотрите, если мы будем просто стоять вот так вот стрелять, орудие нам отстреляет на раз-два. А если мы будем во время стрельбы постоянно двигаться, постоянно подставлять разнообразные борта, постоянно вот так вот, вот такие вот фитюфлюшки выворачивать, это сильно повысит нашу живучесть. Так вот, смотрите, на этот крафт нам понадобилось, дождавшись, подумаем, 50 монет стоит радар, 3 пушки стоят 150, это 200 монет, 3 колеса сбоку — это 350 в сумме, 3 колеса с еще одного боку — это еще 150 в сумме, того у нас получается 500, 550 с учетом зубодробителя. 550, простите, забыл бочку, 600, нет, забыл еще этот 650, черт побери. Даже видите, вот получился крафт не на 500-600 монет, как я вам говорил, а 650. Но если это все самому собирать, к примеру, вот тот же самый топливный бак, вы можете сами собрать. Получится немножко сэкономить. Но вот видите, даже вот самый простой крафт, самый вот недорогой крафт, простите выражение, из говна и палок, выходит нам очень дорого. И это действительно проблемно, потому что, вы знаете, люди, которые хотят на 500 монет купить фиолку, вот я думаю, посмотрев сейчас вот это видео, они подумают, блин, окей, какая нам нафиг фиолка, окей, окей, друг, нам бы крафт еще собрать. Давайте отправимся в бой, давайте посмотрим, как себя эта сборка покажет. Почему же я, кстати, сразу говорю, что не стоит покупать фиолетовое оружие, когда у вас 500-600 монет? Ребята, да просто потому, что вот вы сейчас сами увидели, вот этот крафт нам вышел 500-600 монет. Ну, согласитесь, ну, цена, ну, точнее, ну, что там? Ну, там ничего нету в этом крафте. Нет ничего такого сверхъестественного, нет ничего такого убер-нагибучего. Ну, вот, кстати, видите, против нас крафт уже с двумя фиолками. Но это правда, потому что у нас УМ какой-то такой прям разгуляйся вечерок, он даже 6200. Чисто невезение. Но в то же время, при правильной эксплуатации данного крафта, в бою вам будет очень даже несложно. Крафт простой, крафт незамысловатый, но крафт очень даже эффективный. Сразу, правда, говорю, что им придется мансовать сильно задней частью, и играть придется осторожно. Почему же я не рекомендую покупать ни одной фиолки? Да, все на самом деле очень просто, ребят. Я уже говорил до этого, повторюсь еще раз. Для того, чтобы разместить правильно фиолки, вам понадобится покупать всякие радиаторы уже фиолетовые, вам понадобится покупать всякие расходники фиолетовые. И это выйдет куда как дороже, чем просто собрать хороший, эффективный крафт через синее вооружение.
Мы сейчас, правда, никуда ехать не будем. Блин, я вот сейчас замешательство, на самом деле, если честно. Я хочу ехать вперед, но я просто понимаю, что это для меня может статься не совсем так, как я бы того хотел. Давайте пока с дистанции постреляем. Вот видите, дистанция оружия очень даже неплоха. Дистанция оружия очень даже эффективна. И надо бы помочь союзнику, потому что тут вот я вижу пару союзников ударило в спину противнику. Ну, то есть как в спину? Не то, чтобы там прям в спину. О, как это интересно. Да, попытка была хорошая. Нет, попытка реально была хорошая у противника. Реализация подкачала. Такое, знаете, порой бывает на этой карте. Все хорошо, кроме того, что реализация качает. Ну вот вы смотрите, работает очень даже неплохо. Ух ты, бедняга, что же я тебе там сделал-то, а? Что же я тебе там отстрелил? Скажи мне, пожалуйста, друг ты мой любезный. Ну, вы знаете, кажется, дело пахнет вазелином. Притом вазелином именно что для противника, а не для нас. И это офигительно. И это шикарно. Но мы с вами не смогли увидеть в бою этот крафт. Мы с вами реально не видели его боевых качеств. Мы с вами видели, как он хорошо расстреливает противника из дистанции. Осторожно и непринужденно. Но мы не увидели, как же он показывает себя в бою. Поэтому давайте продолжим еще один бой. Но мы отыграли очень осторожно. В то же время, видите, крафт собранный на коленке. Крафт собранный буквально вот из выражения из говна и палок. Что так и есть. Показывает себя, в принципе, очень даже неплохие. Мы давайте посмотрим. Ну да, вот. Настрелял на 972. Нет, конечно, можно купить на него какое-нибудь фиолетовое оружие, но мне кажется, ребята, оно того делать не стоит. Давайте еще один бой откатаем, чтобы окончательно понять, как же работает этот крафт, как он себя ведет в бою и что он нам сможет показать. Что он нам сможет, собственно, показать в боестолкновении с противником. Потому что я, если честно, сейчас вот вижу в этом бою, вы поняли, что нифига не поняли. Ну, то есть, я выехал, пострелял, бой закончился. Что, мол, тут произошло? Какого тут бой? Какой бой? Что бой? Как бой? А вот никак. Вот, кстати, время я сейчас смотрю уже более такой столкнам, более добрый. Однозначно скажу вам, ребята, по поводу этого крафта, что играть на нем надо осторожно. Но основная суть, ребята, я вам не предлагаю копировать этот крафт. Я вам говорю просто, что даже имея малые финансы, имея крафт собранный чистые синки, зная баланс игры, можно выигрывать очень качественно и эффективно. Можно играть очень качественно и эффективно и не напрягаясь. Но, само собой, в первую очередь нужно понять одну простую истину, ребята. Вы не Рэмбо. Вперед ломиться вам не надо, потому что если вы поедете вперед, ждет вас там дорога дальняя. Да нет, какая дальняя? Не такая уж и дальняя. Ждет вас там дорога короткая. Да, попа боль знатная. Потому что, вот видите, вот они выезжают зачем-то, что-то там постреливают. Зачем, спрашивать? Кстати, ребят, на самом деле, вот эту тему с крафтами, с тем, что, допустим, собрать там на 100 монет, на 200 монет, на 300 и так далее, подсказали вы мне. Поэтому пишите, ребята, пишите, спрашивайте. Все ваши комментарии я читаю. И все ваши пожелания учитываю. Ведь, собственно говоря, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой парный выстрел-то. Хорошо, хоть по орудиям не попал. Попал бы он мне сейчас по орудию, у меня бы такой шайтаном она была. Слушайте, а вот тут вот, видите, помогло. Оба его снаряда попали в боковую стеночку. И вот стенку-то оторвали, а я сам, ну, обделался легким испугом. Что вполне нормально. Вы знаете, мне кажется, мы сейчас... А что сейчас вообще происходит-то, а? Мы вроде как... А, так мы уже у них на базе, черт побери. Понятно, противник так увлеченно нас здесь расстреливал, что пролюбил, по ходу дела, саму базу. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да, у меня же еще радар, ребятушки, я совершенно забыл про такую замечательную вещь, как радар. И вы знаете, я так увлеченно бодался с противником, что не заметил, как наши союзники проехали вперед. Окей, давайте-ка мы сейчас вот осторожно и непринужденно. Ох, слушайте, у меня, я смотрю, паровозный отвал отвалился. Кстати, отвал реально очень крепкий. Но вот, однако, противнику вообще не везет, да? Да-да-да, легко и непринужденно. Видимо, все-таки часть урона вошла и в паровозный отвал. Из-за этого он был сильно покоцанный. Ну что, а вот сейчас вот мы приехали с радаром. Мы будем помогать. И вот тут вот, видите, вот тут вот как раз-таки наша ахиллесова пята, а именно отсутствие у военов как таковое напрочь. Ох, союзник, ох, друг ты мой любезный. Что ж ты вот так вот меня подставил? Я понимаю, что, в принципе, союзник ни в чем не виноват. Да, вот видите, есть небольшая проблема, это у УВНы, у крафта. Но я постарался их кое-как решить, эту проблему. И вот тут вот у нас очень интересная сборка у противника. Давайте мы просто сейчас отстрелим. Да, все легко и непринужденно. Мы только что вынесли фиолетовое оружие крафта. У него там лазер Аврора стоял. И МВП. Ребята, да-да-да-да-да. Легко и непринужденно на этом крафте мы взяли МВП. Да, ну что, давайте посмотрим. Да, МВП. Друзья мои, надеюсь, вам понравилось и надеюсь, вам было полезно это видео. Я смог помочь вам в сборке крафта, я смог помочь вам определиться, так скажем, в движении вперед. Ну а теперь у меня к вам вопрос.
Коль вам тема так понравилась, крафт на 100 монет, крафт на 600 монет, крафт на сколько это монет, давайте же поставим следующую планку. На сколько монет вы хотите, чтобы я собрал крафт? Какой вы хотите крафт? На каком оружии? Что вы хотите увидеть? Пожалуйста, пишите это в комментариях под видео. Ставьте лайки тем комментариям, я имею в виду не видео, а тем... Нет, видео, конечно, тоже было бы замечательно, но тем комментариям, которые вы считаете наиболее интересные, чтобы я мог определяться и при сортировке по лайкам увидеть, что вот это вот, допустим, крафт на пушках за 2000 монет вот вызывает у вас наибольший интерес, потому что мне будет проще понять таким образом, что хочется вам, друзья мои. Ну, а я с вами прощаюсь. Ну, как прощаюсь? Собственно, до следующего видео, друзья мои. Не забываем, кстати, ставить палец вверх, не забываем подписываться на канал. С вами был Владислав. Играйте, выигрывайте, собирайте свои самые эффективные и качественные крафты и, так сказать, попутного ветра в паруса вашей команды к славной победе! Йо-хоу! До скорых встреч. Пока-пока.